прошла встреча в рамках федерального проекта «Школа молодого политика». На вопросы школьников ответили депутаты Лидия Антонова, Игорь Каханы и руководство местного отделения партии «Единая Россия». С подробностями Анастасия Кладинова. «Школа молодого политика» – это познавательный проект для тех, кому интересно погрузиться в политическую и предпринимательскую сферы, понять основополагающие принципы, а также взаимосвязь двух направлений. Участники не только получали необходимые знания, но и учились применять их на практике. Лекция у нас проходит с депутатами Московской областной думы, так как они очень авторитетные для молодежи. Это очень большая удача, что мы можем с такими опытными людьми поговорить. Я думаю, и ребятам интересно, и нам. Первый спикер встречи – депутат Московской областной думы Лидия Антонова. Она рассказала школьникам о своем трудовом пути. Главная задача – это объяснить молодому поколению, с чего начинать предпринимательскую деятельность и как добиться успеха. Когда идешь в предпринимательство, вот надо понимать, что надо очень хорошо знать экономику. Надо понимать финансовую дисциплину, надо знать законы. То есть, чтобы твое предпринимательство, ты можешь выбрать очень нужное направление, но если ты не будешь подкован, в хорошем смысле, вот этих, темах, то тебя могут, ты можешь легко ошибиться. Игорь Каханный разобрал с молодежью принципы построения власти в России, а также подробно рассказал о депутатской деятельности в Московской областной думе. Законы Московской области не должны противоречить федеральным законам. Это же неправильно, если закон субъекта будет разрез этим федеральным законом. И плюс, как правило, эти законы расписывают то, что не урегулировано в федеральных законах. А оно нам надо для того, чтобы вести ту или иную деятельность более качественно. На самом деле, я считаю, что эти лекции очень полезные, потому что происходит общение с представителями, которые могут поделиться своим опытом, рассказать, дать какой-то совет. Встреча проходила в формате «Вопрос-ответ». Познавательные лекции в округе проводят регулярно. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.